О, Господи! Я заткну тебе рот подушкой. Придушишь меня, как плохая девочка. Что? Новая эротическая игра? Нет, иначе ты Стеллу разбудишь. О, все, молчу, молчу. О! Извини. Мы продали наш дом! Официально еще нет. Нам нужны деньги на новый дом за городом. Придется подождать месяц. Если не будет проблем, закроем сделку. Что у них там происходит? Привет, мы ваши соседи. Добро пожаловать в Капаню. Это греческий ресторан? Нет, мы здесь живем. Опять по соседству безбашенные студенты. Что будем делать? Все не так страшно. Девочки обычно поспокойнее. Наркотой не так увлекаются. Да и мозгов у них побольше. Где я? Блин! Ой, нет, я убил девушку! Мне пофиг, я бессмертная! Капаню! Нам нужен человек, который обуздает глупых тёлок. Ну что, соседушки, прикроем гнездо разврата. Круто все переоделись. Ты вылитый психопат. Что? Я добрый клоун, их все любят. Боже, перестань. Больше так не делай. Они хотят разрушить нашу дружбу. У меня есть идея. Подложим им подушку безопасности. Ничего не получится. С парнями сработало и с девчонками должно. Потому что вы идиоты. Новые хозяева не захотят жить рядом с женской общагой. Главная миссия родителей – мешать молодежи веселиться. Ой, как трудно позвонить в полицию без телефона. А ну отдай! Нет! Ой-ой! Что это? Это называется шнур, дура. Пенсионерский телефон. Девица, ты совсем беспредельщица. Не трогайте меня! Они используют свою сексапильность как оружие. Люди, помогите! Вон отсюда, животные! Так только хуже, они стали еще сексуальнее! Соседи на тропе войны 2. Ну хорош уже! Прекратите!